мои, я снова рад вас приветствовать на страничке автошколы «Регион». Значит, в нашем полку начинают прибывать и прибывают уверенно. Значит, после выпуска Сергея, а как вы помните, мы в автошколе «Регион» занимаемся с людьми с ограниченными возможностями. С Сережей мы сдали экзамен с первого раза и даже уже купили ему автомобиль. Ну, точнее, он купил его сам, а мы помогли со всеми формальностями, переоформлениями и так далее. Уже было видео и на страничке у меня в Ютубе, и на страничке в Инстаграме, как мы с Сергеем катим на его личном автомобиле, как он уже самостоятельно везет меня в сторону дома. Так что вот. Также занимается у меня сейчас девочка, тоже с ограниченными возможностями, Антонина Панфилова. Я обязательно вас с ней познакомлю, но это будет чуть позже. Сейчас мы проходим раскатку, поэтому немножко уроки проходят в сложности, так что пока не до видеосъемок. А еще я хочу сегодня с вами поделиться, что вот в данный момент сейчас я еду, думаете, куда? А еду я за нашим будущим курсантом и моим другом Русланом Александровым. Да, так получилось, что он тоже стал человеком с ограниченными возможностями, к сожалению. Но это не говорит о том, что жизнь останавливается. Такие люди, как правило, они гораздо сильнее, чем люди здоровые, скажем так. И их желания становятся более сильными, и они более уверенными шагами, да, как бы это ни звучало, двигаются к своей поставленной цели. Значит, я вот сейчас подъезжаю к дому Руслана, заберу его сейчас, и мы с ним поедем проходить медкомиссию. Так что в нашей школе не просто тупо учат, да, как говорится, а еще и помогают во всех направлениях в этом направлении, да. Вот сейчас мы с Русланом пройдем медкомиссию, я уже везу заявления и договорчики на их заключение на обучение в автошколе. Ну и все, я думаю, что все у нас будет четко. А еще вчера у нас прошла медкомиссию еще одна девочка, зовут ее Анастасия, я с ней еще не познакомился. Но сегодня вечером в 17:30 она придет в наш офис для заключения договора, написания заявления, ну и познакомиться. Придет 17:30, сегодня у нас старт группы в автошколе «Регион». Так что такие вот дела, ребята. Ну все, я обязательно вас познакомлю с Русланом с помощью видео. Ну а пока пойду помогу ему выйти. Ну что, друзья, я обещал вам познакомить вас с Русланом. Вот он, Русланчик. Всем привет. Всем привет. Вот мы приехали проходить медкомиссию в «Скалу». Народу много, конечно. Но мы справимся. Так что. Ну что, друзья, первый шаг сделан, медкомиссия пройдена. Все, мы погнали учиться, а вы обращайтесь в Медэкспресс в Скале.